Всем привет, это Андрюха, вот он я. Значит так, как всегда, снимаю одним кадром. Значит, сегодня после обеда вышел у нас раёчек. Привился вот там вот на дереве. Вот он, это он уже в ящичке. Значит, как мы его посадили? Значит, посадили мы его очень просто. Взяли веревку, а точнее якорную намотку, прицепили ящик к карабину, вернее, сперва перекинули веревочку через ветку, вот, и потом за карабинчик прицепили ящичек с рамками, вот, и подвели к рою. Значит, потом мы, когда уже все это готово было, и закрепленный ящик, вот, закрепили вот в это место, вот оно, вот в это место, вот пару ударчиков небольшим молоточком, так сказать, килограмм на 5, может быть, чуть побольше. Ну вот такая того, такой вот молоточек маленький. Он, кстати, якорная намоточка лежит. Вот, резким ударом, так как ящик был под роем, он туда в него сыпался. Ну, скажу сразу, он не зашел туда весь. Пришлось такую операцию произвести еще пару раз. И после чего благополучно он сел в ящик. Сейчас я буду опускать, нажму на паузу и потом дальше продолжим. Ну вот и все. Наш рой благополучно спущен на низ. Сейчас мы заберем ящичек и уже дальше по назначению. Ну, скорее всего, вернем обратно в семью, применив при этом противороевой прием. Вот, пожалуйста. Все, всем пока.